Всем привет, друзья! Это канал футбольного клуба «Рух», и сегодня с нами самый жизнерадостный и веселый футболист нашей команды – это Александр Мигунов. Он сейчас улыбается, не знает, что его ждет очень сложное задание. Дело в том, что «Рух» забил 46 голов к 25-му туру, и за нашу команду отличились 16 игроков. Александр, в этом и состоит задание – перечислить всех 16 авторов голов нашей команды в этом сезоне. Ну, одного можно не говорить, это ты. Все помнят этот очень важный гол «Энергетику». Очень. Пятый по счету. Очень важный. Маленькая подсказка. Троих в нашей команде уже нет. Это Джико Андроник. Есть. Паша Сидько. Да. Еще третий кто-то ушел у нас. Не помню. Ну, я сейчас помню, пока буду ставить. Концевой, Гречиха, Богомольский, Шевченко, Садовский, Тёма Рахманов, Лёша Ковтун, Тихановский, я не помню, забивал. Нет, Гречиха я называл уже. Да. Кто там еще? Васильев, Колпачук забивал, я помню. Да. Сколько я назвал? Осталось трое, по-моему. Не знаю, кто еще. Гайдучек не забивал вроде. В последнем матче, вспомнил. В последнем матче не кефир, пусть будет так. Кто еще? Кефир, не помню. Ну, по молодежи давай пройдемся. А, Яришкевич. Есть. Молодой. Морозов не забивал за основную команду. Антилевский. Правильно. Все. Все 16 человек. Ну, кроме того, кто ушел, я... Еще один? Которого типа... А, точно. Ну это да, я ставил на десерт вам. Кстати, сегодня немало забил. Успел забить немало. Ах ты. Я даже не знаю, как подсказать, чтобы это было не прямо так откровенно. Шла 25-я минута. 90 плюс 4. Я не знаю, я сдаюсь. А кто от нас... Ну, кто от нас ушел? Я не... Вообще... Отряд не заметил потери бойца. А, Диало. Точно, Диало. Ну и давай передадим эстафету какому-нибудь из твоих партнеров по команде. Мы ему придумаем задание, и он тоже будет... Я бы, конечно, хотел бы хохла. Хотел бы. Ну ладно, не будем его трогать. Пусть это будет Артем Концевой. Артем, готовься.